Здоровье пассажиров под особым контролем. Аэропорт Махачкала работает в режиме тщательной проверки самочувствия прибывших граждан. Все прилетевшие в Дагестан проходят процедуру обязательного анкетирования, и на выходе из самолета им измеряют температуру. Для всех, у кого она высокая, на взлетно-посадочной полосе дежурит бригада скорой, готовая прийти на помощь. Наша съемочная группа побывала на месте и увидела все. У этой пассажирки рейса из Ростова сотрудники Роспотребнадзора выявили высокую температуру. Ее незамедлительно доставили в карету скорой помощи, которая дежурит на территории аэропорта во время прибытия самолетов. Там врачи первым делом интересуются, контактировала ли она с заразившимися людьми, и берут необходимые анализы. Первичный тест выявил отрицательный результат, и девушка отправилась к остальным пассажирам. При выявлении лиц повышенной температуры с признаками ОРВИ здесь дежурит карета скорой помощи. Эти лица госпитализируются с помощью единиц техники, которые имеются в аэропорту Махачкала, в инфекционное отделение города Каспийска. Далее у этих лиц берется материал на обследование, направляется в вирусологическую лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии Республики Дагестан. Кроме кареты скорой помощи на взлетно-посадочной полосе дежурят сотрудники Роспотребнадзора. Каждому прибывшему в республику они раздают анкеты для получения всех необходимых данных и замеряют температуру тепловизором. И это только часть дополнительных требований к режиму работы аэропорта. Введены дополнительные требования по встрече пассажиров, по санитарной обработке спецтранспорта и помещений, по которым проходят пассажиры. Ну а в дальнейшем, в связи с уменьшением пассажиропотока, сократилось количество рейсов, которые выполняются через аэропорт Махачкала. До пандемии аэропорт Махачкала обслуживал около 30 рейсов в день. Сейчас их количество снизилось до 4. На одном из них, том самом рейсе из Ростова, не выявлено ни одного зараженного. Однако, в случае, если они все же почувствуют себя плохо, следует незамедлительно сообщить об этом по одному из номеров горячей линии Минздрава и Роспотребнадзора региона 67 15 99 или 69 19 52 с кодом города 88 722. Шамиль Махмудов, Ибрагим Магомедов, Рамазан Амаров и Юсуп Газиамаров. Время новостей.